Добрый вечер. Мир вам, Игнатий. Добрый. Давненько мы с вами не разговаривали, а тут собрался. Видите, как складывается. У вас людей нет, а я тоже только уходить собрался. Ну, я кратко, Игнатий Тихонович, два вопроса. Первый, по поводу упрощенного воскресенья хотел, так сказать, с вами поговорить. Вот, на мой взгляд, в этот раз я даже, по большому счету, ни у кого прощения не просил, потому что, вот подумав, ну, понял, что это вот формализм какой-то чистой воды. Вот. И потом сегодня, кстати, уже я читал в ваше где-то, не помню, где-то, то ли на форуме нашел, вы вроде тоже об этом же говорите. Да. А потом посмотрел ваше видео, где у вас на службе, вы все как бы так вот, по большому счету, ко всем обращаетесь и говорите там, простите, братья, вроде как бы диссонансом звучит вот это формальное отношение к этому событию, и тем не менее участвуете в этом. Вот это почему? Когда друг у друга, а другое дело в священстве, которое воюет против нас. Угу. Это уже приобретает плоть. Эти слова уже воплощенные в жизнь. А я вчера просто шел и кланялся, и все. Я их которых не знаю. Которых знаю, мы общались с ними, мало ли что было. Бывает так, человек думает где-то. Правильно, вчера выставили там, Герман Стерлигов об этом говорит. И называет там этим словом. Не видел, я не слышал. Просто мне показалось, что там вот я смотрю, батюшка там и детей как бы учат, чтобы вот, ну, братья, простите. Не знаю, зачем вообще просить прощения даже у тех, с кем мы живем. Если мы чувствуем, что согрешаем, надо просить прощения. Если нет, а зачем тогда? А если мы согрешаем и не замечаем, а человек что-то имеет, это хорошо придумали, что прощенный день. А у всех просить налево и направо, это уже в привычку вошло. А свои домашние, mm-hmm. поневоле, говорят, где-то запнулись, где-то наступили, где-то пролили. Это хороший обычай. И вот так и знает прощенный день. Вот у нас было как, мы уезжаем, когда нас приучали так, наши домашние, там бабушка, дедушка, мы всем кланяемся, простите ради Христа. Они отвечают нам, Бог простит. Мы дальше говорим, благословите, Бог благословит. И потом второй раз поклонились, и теперь помолитесь за меня грешного. Пресвятая Госпожа Богородица, помолись о нас. И дальше все кланяются, мне кланяются. А я кого там, уезжаю-то, еще ученик-то. Точно так же. И уходя в школу, три поклона в красный угол, к родителям благословите. Это благочестивый обычай для своих. Ну да, он больше все-таки, наверное, не какой-то спасительный характер носит, а именно такой вот обрядовый. Ну да. Да. Ну и сознание вины. Потому что уж сознание вины. Вот об этом у Агафона написано. Люди осознавали, а раньше человек более тонко чувствовал. Даже ты не заметил, а бывает, человек уже что-то на тебя имеет. А тут пришел момент, меня подталкивает. Иди, попроси прощения. А он-то что-то припомнит, может быть? А нет, значит, я у тебя просил прощения. Почему ты не сказал? Это выявление того, что внутри у человека может быть по тайнике где-то, за пазухой-то. Но он так теплится, шает, эта дыминка маленькая. А когда ты попросил, а потом он напоминать будет, так мы же прощались. Теперь это ему уже пойдет. А Игнатий Тихонович, тогда в этой связи, вот допустим, пусть это нормально попросить прощения у того, перед кем ты сознательно как бы его не обижал и не оскорблял и просишь прощения. А он на тебя что-то имеет, ты не знаешь, просто подошел к просителю прощения. В этом случае он должен ли тебе о твоем вот этом грехе напомнить или как-то его обговорить с тобой? Обязательно. Обязательно. Все он должен тут высказать. И полное примирение, и целование. Так вот, то есть это обязательное условие. То есть он не может так сказать, ну ладно, я не буду ему говорить, какой грех, чем он меня обидел. Да, то есть он должен об этом сказать. Обязательно. Вопросов даже нет. Вы видели ролик, я поставил, вчера мы были в соборе, у нас прощание было в храме у себя, потом там пошли с митрополитом мы как. Ну да, это я видел. Видел. Вот сейчас покажу, мне сейчас только скинули фотографию, как батюшка был. И он тоже меня, простите, мало ли еще, по небрежению, там не сказал, не научил, я обязан был учить. Это хороший обычай.
Ну ладно, с этим ваша позиция ясна. Теперь, Игнатий Тихонович, по поводу, вот сейчас идет Андрея Крицкого канон, и там, значит, ну, несколько раз встают на колени. Вот это не противоречит нашей традиции, не католической, когда стоя на коленях, там некоторую часть молитвословия люди стоят. Как вот правильно вы считаете, должно быть? Ну, это устав написан, мы только устав этого не знаем. Вот сколько раз говорится, помилуй меня, Боже, помилуй меня, такой должен быть земной поклон. Голова, лоб, руки и колени должны коснуться земли. Это минимум 254 раза. Но учитывая того, что еще будет Господи Владыка живота моего, вот три поклона. Так а дальше идут 12 поклонов, они все были земные, их надо делать земные. Это Никон отменил. А потом еще тогда опять Господи Владыка живота 12-13, и тут 3-16 поклонов. На каждый Господь а нас... Владыка живота моего 12 земных поклонов. 16. Ну, земные поклоны, там с ними все понятно. Я говорю именно о стоянии на коленях. Ну, пускай уставу нет, а может стоять. Вот душа моя, там, когда делается этот момент, вот этот момент этого молитвословия, там, значит, все священники встают на коленях, там и люди. Вот вы тоже стоите на коленях в этот момент? Или... Все становились, ну, где можно. А тут толпа такая, мы не могли встать, но понимаем, что надо. Там нельзя было, просто вплотную люди стояли друг к другу. Эти молитвы, потому что в пятницу вечером уже колено преклоненное может всю службу стоять на коленях. А воскресенье вечером уже, что у нас, воскресенье кончилось, все. А пятницы вечером не становиться на колени. До воскресенья вечером двое суток на колени не становятся. Ну, там по уставу три поклона, кажется, земных только сделать надо. И все. Угу. Тут другое дело. Сам по себе канон, да. Как считается-то? Почему никто... Это все-таки прошло 1200 лет, и никто не подумал о том, что канон-то для оглашенных сделан. Помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня. Вот я выставлю, сейчас только начал выставлять, и вы тут это позвонили-то. Мы его возвели на две ступени. Те же самые события библейские, но благодарим тебя, Христе Боже наш, припев вместо помилуй меня. И третье, сейчас считается, слава тебе, Боже наш, слава тебе, ангельская ступень. Из одного и того же события. Допустим, в Ниневии люди каялись, и Андрей Кесарий говорит, Господи, я так же согрешил, как и ниневитяне. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Мы говорим, мы согрешили, как ниневитяне, но зная милосердие Твое, мы узнали, что Ты отлагаешь наказание. Как мы благодарны Тебе, благодарим Тебя, Христе Боже наш. А на третье, когда опять, мы как ниневитяне согрешили, но милости Твоей предела нет. Благодарим Тебя, Господи, слава Тебе за милосердие Твое, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. У нас было, когда первый раз так пропели, служба кончилась, расходиться не хотят, зашли в трапезную, и поют сидят. Оно на другом уровне, душа Твоя поет уже. Я когда был у Андрея этого, у Кирилла, на Берсеневке-то. Я говорю, а вы знаете причину этого канона? Нет. Вот тот и оно. Скажите, а 50-й псалом почему Давид написал? Ну, согрешил. Он сделал два смертных греха и помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. А Андрей Кесарика Подокийская подписал рукой своей анафему 6-му Вселенскому собору. Анафему. А когда ему дошло до темечки-то, он зарыдал и тогда подпись свою стер. И написал этот канон. Бог вышиб из него этот канон. И он 254 раза помилуй, помилуй, помилуй. Но ты же понимаешь, что надо за все благодарить. 1 Фессалоникийцам 5:18. Поэтому все эти события надо возвести на благодарение. А потом все события на словословие. И мы молились и засняли все это года два назад. Наверное. Я выставлю здесь. На форуме будет стоять. Вы же выставляли уже вот прошлые годы. Я его должен поднять повыше, оно у меня там теперь далеко где-то. Я его найду и выставлю. То есть подтяну кверху. Игнатий Тихонович, а вот если вернувшись к поклонам, в чем же, вот на ваш взгляд, суть? Почему, допустим, вроде бы покаянное состояние всегда человеку должно быть присуще, христианину? Почему вдруг... Ну, пусть праздничный день, да, но человек, какой он есть, такой он есть, и даже воскресенье. Вот там на колени не встают, да? Коленопреклонных молитв нет.
С чем это связано? То есть с каким внутренним ощущением человека это связано? С повелением Божьим. Потому что церковь, богослужение ведет по еврейскому обычаю до 6 вечера. С 6 вечера начинается новый день. Солнечный у них так. И поэтому мы чтим день субботний. Больше ничего в этом нету. Чти день субботний. Не работай. А это тело трудится, кланяется. И церковь постановила, в субботу не кланяться. Мы чтим прямое повеление, 4-я заповедь. А воскресенье, потому что Христос воскрес, стоял прямо. Восстал. И поэтому мы стоим, подражая Христу. Больше ничего в этом нету. Мы чтим одновременно ветхозаветнюю субботу, которая прообразовала новозаветнюю субботу, то есть воскресенье. И по первым правилам Петра и Павла чтили субботу и воскресенье. Так, ясно. Игнатий Тихонович, а вот говорят о том, что вообще коленопреклонные молитвы, когда молятся вообще стоя на коленях, да. Это не православная традиция, а католическая. И она к нам от них перетекла. И вот как так это или нет? А когда, с каких пор она у католической это стала? Я хочу вам задать вопрос. С какого времени не она знаю. Стала? Ну как это католическая, когда это евангельская? И Павел преклонил колено и со всеми помолился. Когда прямо написано. Преклоняю колени перед тобою, Давид говорит. Это библейский образ. И о том, что поднимать руки, говорит, поднимайте, мужи, без гнева и сомнения руки. И когда они поднимают, значит, или гневные, или сомнения. Угу. Так что колено преклонение, это совершенно нормально. А это не является коленопреклонением, допустим, и земной поклон? Это же тоже тут коленопреклонение? Или это уже другой? Как бы, за один поклон, это коленопреклоненное. А тут написано, жена, когда подступала к этому, хананьянская-то, она кланялась ему, и мать синей заводила, кланялась. И Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся, не на коленях стоим. Кланяемся. То есть поклоны наши имеют самое полное евангельское обоснование. И мы спрашиваем сектантов, а почему вы не кланяетесь? Они не знают, а почему? Я говорю, Христос говорит, мы знаем, чему кланяемся. Мы знаем, чему кланяемся. И вот протопоп Аввакум, он молился. И у него было 1003 земных поклонов. И Анастасия Марковна тоже рядом станет. Аще, говорит, ребятишки не пищат. Ну да. Ну, ясно. Ладно, хорошо. Благодарю. Так, я слышал, в Америке был какой-то американский там физиолог, исследовал земной поклон. Нет ни одного члена, который бы не сгибался во время земного поклона. Все, шейные позвонки, таз, колени, все абсолютно. Как, говорит, это придумано здорово, даже для здоровья. Это необходимо. Ну, мне нельзя, я больше 13 поклонов не сделаю. Если дальше у меня сползает позвоночник после операции, там вырезано. Поэтому я где Господи Владыка, тут 3 поклона сделаю, в конце один. И на славословие где-то, помилуй меня Боже, тут ну, у нас на 3 части 9 поклонов. Ну не знаю, у меня вот как-то внутренние земные поклоны я с удовольствием делаю и хочу их делать. А вот стоять на коленях мне как-то вот не по душе. А вот если это молитва, когда на Троицу, колено преклоненное, ты еще один будешь стоять? Она так и называется, колено преклоненная молитва. Священник стоит и считает 3 молитвы. Все на коленях стоят, а я хочу кланяться. Нельзя. Это Феофан Затворник очень хорошо. Здесь, да? Феофан Затворник объясняет, ты делай так, как повелела церковь. Вот так. Ну, понятно, потому что здесь я читаю как раз, что наши же священники, я вот просто сейчас читал материал, пишут о том, что как раз вот коленопреклонение, настояние молитва, она якобы не наша традиция, хотя уже у нас многие стоят на коленях и так далее. Поэтому вот и не от одного человека я это слышал, поэтому вот и сомнения возникли на этот счет. Ну Иисус говорит, Иисус Христос, отойдя на вержение камня и молился, он молился на коленях, не поклонами. Ты подражаешь самому Господу Иисусу Христу, когда на коленях. Ты еще, брат? Угу. Ну, тут... Не знаю. Ну, как не знаю? Почему так? Ну, как я просто во многих местах это слышу. Ну, вот, как бы говоря, что мы уже как бы не... Ну, другое какое-то внутреннее отношение должно быть в этом случае у человека. То есть мы, христиане, вот...
это рабское некое положение, на колено, когда люди стоят на коленях и молятся. Да, он так и молился Отцу Небесному. А все-таки... Христос-то молился Отцу Небесному. Я раб твой, Господи. И даже Христос называется раба своего, с большой буквы. Когда мы выполняем повеление Господина, мы выполняем, работаем, раб, работа. Нет, тут надо просто не научен, да, ну, я научусь. Это Иуда Бен-Гур, когда она сказала, говорит, меня замуж выдают, а она уже понравилась ему. И он сразу, за кого? Она говорит, за кого-то. А ты его любишь? Я, говорит, его не видела, но я научусь любить. Почему? Отец сказал. Отец выбрал. И вот у меня сейчас книжка такая, старообрядцы жили. Ну и он полюбил девушку, то ей даже не сказал. А родители его за другую. А он тогда в последний день сказал, я за той не буду. А это из которой берешь, мы все время враждуем, он, враждующие семьи у них, у старообрядцев. Он, книжка у меня лежит, документальная. Ну и тогда уже ему жениться надо, тогда родители согласились. Ну и его вызвали с работы, он пришел к родителям, к тем, а тот уже ждет тесть будущий-то. Ну и стал его испытывать как. А потом, а ну скажи, как ты с ней, с моей Нюркой-то познакомился? А я не знакомился с ней. Так ты хоть ей сказал, что ты свататься будешь? Нет. Так а почему ты решил, что она пойдет? Пойдет. А они там за печкой спрятались, девчонки там. Он вызывает ее, она вышла. Пойдешь? Пойду. Вот так вот Ревекку сосватали. Пойдешь? Она сразу напоила ослопу, пойду. Не видел, может, он косоглазый какой-нибудь, горбатый. Неважно. Любовь и сердце. Да. Вот этот Ник Вучич, рук ног нет-то у него. Женился на фотомодели. Да. Второй ребенок родился. Игнат Тихонович, вот о Ветхом Завете вот тут заговорили уж, хоть остается у меня тут максимум 10 минут, но все равно, может быть, успеем. Разговоры часто идут вот между там, так сказать, прихожанами нашими, ну, между мной и ими, вот в части там ветхозаветных вещей. Ну, вот, кстати, даже просто про бороду. Вот. И недавно вот с человеком, я говорю, он с бородой, с усами ходил, а сейчас взял все, обрил их. Одна щетина. Я говорю, кто тебя обесчестил так? Он говорит, а никто мне не обесчестил. Я говорю, ну как же, это же Давид своим посланникам сказал, вы очень обесчещены. Я, говорит, думаю, что ты вообще по Ветхозаветному все живешь, по Ветхому Завету живешь. Ну и вот. Ну, шутка, шутка. Так, ну, то есть не шутка, он серьезно так это говорил там. Но где, как вот нам понять христианам, что Ветхозаветное продолжает жить в христианской церкви, а что отменено, какая, что из Ветхого отменено? Есть такая книга «Новая скрижаль». У батюшек попросил, у меня нету. И Симеона Солунского. Вот две книги возьми, и тебе больше ничего не надо будет. Послушание. Ты послушное чадо церкви. Церковь установила считать женщин от осквернения, когда родит младенца, тогда будет ее в храм. А если она где сидела на скамейке, это уже не считается церковью. У церкви свой подход. И она установила. А вот он тебе сказал, ты скажи, а ты новозаветний? Новозаветний. А как ты считаешь, Христос новозаветний или нет? Или это не является образцом для нас? Ну посмотри, он бритый или нет? Дальше, все 12 апостолов, все святые отцы, посмотри, Николай Чудотворец, посмотри, которые стоят даже жития святых, которые не священники, все до одного с бородами. А по бородам узнали Иоанна и Евстафия, когда их казнили католики. По бородам. Борода – это знак, который Бог дал. Она растет тогда, когда человек мужать начинает. И в нашем книге «К истину православия» там о бородобритии все сказано. Все. Кто воевал. У Харлампия бороду стали жечь, а у него пламя из бороды. Как полыхнуло 70 человек. Как будто бы грузовик со взрывчаткой. Намертво. Это говорят люди по стихии мира. Я с такими разговаривал. Я говорю, если бы все носили бороду, как Фидель Кастро, ты бы стал брить? Конечно, нет. Я говорю, ну и теперь решай, кто ты. Ты смотришь, что мир. А я умер для мира, и мир для меня, Павел говорит. Вы два мертвеца любите друг друга. Не любите мир не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Не клянись Богу, что любишь Бога. В малом неверный, говорит, над многим тебя не поставит Господь. И все. А почему Павел говорит, если женщина растит волосы, счесть, это Ветхий Завет? Почему так сейчас? А в Новом Завете? В Новом Завете мужчина не должен растить волосы. Голова должна быть открыта на молитве. А у евреев закрытая.
Мы ее резко тут не держим. Один говорит, а какая длина, где вы определили, что вот это длинная или короткая, вот там ниже плеча, или до плеча, или где он, или вот, понимаете, что я этому человеку скажу? А ты как определяешь волосы, женские, мужские? Как? Ты посмотри на фотографии Николы Чудотворец, Мерликийский, посмотри на него. Ну погляди, я не буду, я на Златоуст посмотрю, как под бокс раньше называлось, вот так пострижены. Считаешь житие... А я прямо, говорит, монахи, в это время что делать? В течение там месяца, сколько они там, месяцев не, а потом ножом себе волосы обстригали. Это жития святых пишут. Они обстригали, потому что это бесчестие для человека, для мужчины. Вот так. Брюки, говорит, не носили, чего вы к брюкам прицепились? Отойди вот. От него, отойди от него, все. Он полностью покрыт мужской проказой. Да, но это вот при всех, это на собрании у нас говорится об этом, вот, ну там, где мы занимались, он говорит, мужских брюк не было. Почему вы считаете, что вот сейчас мужчины тогда тоже должны ходить в халатах в этих брюки, брюки Бог не создавал. Это национальные обычаи, как носить. А бороду Бог создал, ты против Бога восстаешь. Христос в Новом Завете не менял внешнего человека. Какой был, такой остался. Ногти растут, постригаем, а это не трогается. Это все знают. Ты посмотри на Фридриха Энгельса, скажи. Посмотри, как вся Европа была. Карла Маркса посмотри. Не, тебе что доказывать? Между брюки у женщин, почему считаются мужской одеждой? Да, здесь она другом. Он говорит о том, что вы что вините женщин, что они в брюки ходят. Потому что, говорит, мужчина-то тоже ведь не в такое время национальное. Где там, говорит, мужская и женская одежда была? Вы видите, мужчины-то не в брюках ходили у них. Значит, полностью в накидках таких. Понятно. Просто отойди. Если он уже за это цепляется, Бог полностью отнял мозги. Поразил его. Отойди его, чтобы тебе не заразиться. Ты ему сказал все. Поэтому мужики женятся друг на друге. Юбка сзади разрезанная. Если у жены есть все за шеей, своей иголкой. Это гомосексуалисты все придумали, садомиты. А люди идут на поводу. Этот человек ничего не боится греха. Отойди от него. Я тебе сказал, дальше спорить не надо. Тебе не нужна борода. Умрешь, узнаешь. Русские люди даже на кладбище не хоронили бритых. Тебе что еще доказывать-то? Ты хочешь узнать, какие бороды? Считай жития святых. Ануфрия, борода до земли. Вот как. Антоний Великий. Вот дальше. А у другого до лядвия, да, икры. И все описано, какая борода. Если Арсений пишет там, грек Арсений, борода круглая, яко серповидна. То есть везде описывается. А бритого ни одного не было. Ни одного. А что тут оказывается, если ни одного не было? Ну ладно. Ты посмотри, они говорят, ну ладно, там... Вот, сикситская Мадонна. Папа Сикс и тот с бородой. Католическое изображение у них. Папа Сикс, Сикситская Мадонна. Это к тому-то ведь говорится о том, что ну, борода, ну ладно, там, вот ты хочешь ее длинную, отпускаешь, как она растет, так растет. Ну а что плохого, я ее остриг, и она у меня короткая. Ну у меня же видно, что я мужчина, не женщина. Что мы вы такие уж журналисты? Отойди от него. Отойди. Апостол Павел говорит, если кто имеет обычай спорить, то Церковь Божия не имеет этого обычая. Не имеет. Это вне церкви человек. Ты хочешь узнать, ты посмотри. Адмирал Макаров какой? Ты посмотри на них, какие они были. Достоевский, Лев Толстой. Что тебе говорит? Вот сидит Ленин, ну, Ульянов, и Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Дружки там, Бабушкин, 7 человек. Старшему 30 лет, все до одного с бородами. У меня журнал был «Баптист» за 1906 год. Все молодежь, одна молодежь, баптистка, все до одного с бородами. Что доказывают-то? Это языческое? Но этот аргумент, он слабый, Игнатий Тихонович. С точки зрения вот этих людей, которые в спор это вступают, это аргумент несерьезный. Но они считают, что это некая такая дань моды или даже невозможность вот следить за собой. А сейчас все у нас есть, поэтому что это мы будем как эти обросшие ходить? Это скажи внутренне. Если ты этого не осознаешь, тебе говорить не надо. Голос Божий затих. Ты покусился на образ, который дал Бог. Угу. Говорить не надо. Веские доказательства никогда не ищи, они не нужны. Ему показал место Писания, все на этом. Это обесчещение хуже изнасилования. Блудодейная ересь, это обязательно. Или почему? подкаблучник, или где-то в блуде запутан. Это всегда. Протопоп Авакум называл блудодейная ересь.
Это так, тогда у нас, если по сторонам посмотреть, ни одного не подкаблучника. Нет, все подкаблучники, по сути. Никто, потому что бороду не хотят растить. А здесь эти связь-то почему? Я вам про Ветхий Завет-то задал. Как раз они говорят, что про бороду, про бороду эту в Ветхом Завете осталось, в Новом ее нет. А то, что я заповедь левиты, это... Ну, в левитах это все старое, это не наше уже, это не христианство. Еще не говори. Скажи, ты православный? Бери меня за руку, пошли по иконам посмотрим. Гури само на вид. Все с бородами. Все до одного с бородами. Без бородов ни одного нет. Еще тебе доказывать. У нас 475 изображений, щиты, полтыщи. И ни одного безбородого нету. Что доказывать-то? Человек обмерщился, и отойди от него. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ты любишь мирское. И поэтому с тебя спрос какой-то. Тебе вообще правил никаких нету. Скажи, зачем ты ее бреешь? Один вопрос. Зачем? Под женщину подгадываешь? Две мамы в одном доме? То с такими говорить не надо. Сказал, да, под мир. Ну хорошо, Игнат Евгеньевич, благодарю, что время уделили, как раз и я успел. Спасибо, Господи. Да, братьям поклон. По интернету некоторые говорят, мы, говорит, бороды сейчас все отпускают. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос, Стас. С Богом. С Богом. Слава Христу.